Многие молодые люди сейчас стремятся получить водительские права. И неудивительно, ведь машиной управлять занимательно и интересно. Но не стоит забывать о том, что водитель в ответе за свою жизнь и жизнь и здоровье окружающих. Поэтому у ребят выдалась возможность попробовать себя в водительском мастерстве. Для учащихся из различных учебных заведений Московской области на базе филиала Коломенского аграрного колледжа, бывшего профессионального лицея номер 96, приготовили состязание под названием «Лучший водитель категории Б». В нем могли принять участие только студенты старше 15 лет. На предварительном контроле ребята должны были предъявить студенческий билет, а также водительское удостоверение, которое имелось у многих участников, или справку от образовательного учреждения, подтверждающую обучение по специальности водителя. Водительские права я получил около полугода назад в Луховицах. Было ли сложно сдавать экзамен? Ну, были сложности там свои, но в принципе все осиляемо, как сказать. Скажи, пожалуйста, какая из частей экзамена для тебя оказалась самой сложной? Экзамен практический, там город и площадка, в принципе, самая сложная. ПДД легкая для меня лично. В состязании на звание лучшего водителя принимали участие 5 команд. Егорьевск представляли студенты аграрного колледжа. Также мероприятие посетили гости из Бронниц, Электростали, Коломны. Посоревноваться могли и те, кто давно ушел со студенческой скамьи, но вне общего конкурса. Так свои умения продемонстрировали представители МЧС и Тимшинской войсковой части. Почему решили посетить состязание? Мы сюда приехали с проведением профилактических мероприятий по своему направлению. Это направление соблюдения требований пожарной безопасности и обеспечения пожарной безопасности, конкретно с учащимися данного учреждения. Насколько интересными показались вам состязания, которые для ребят подготовили? Ну, интересно, конечно, тем более вождение и возраст как бы у них молодой. И я думаю, что им очень было интересно. Основа вождения транспортного средства – знание правил дорожного движения. Не зря экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения начинается с проверки теоретической подготовки кандидатов. На этих соревнованиях участникам предоставился шанс проверить свою компетенцию. Тестирование проводилось в специальном кабинете, в котором студентов колледжа обучают ПДД. На стенах висят плакаты с множеством дорожных знаков, ведь визуализация способствует запоминанию. А еще присутствует интересный и познавательный тренажер – модель водительского места автомобиля ЗИЛ. Все детали, включая педали, кнопки, руль, делались вручную. Что касается участников соревнований, им использовать тренажер не нужно. Студентов рассаживали за компьютеры, на которых уже была включена специальная программа. Она сразу кажется знакомой для тех, кто недавно получал права или открывал еще одну категорию. Ведь и в госавтоинспекции по ней проверяют знания правил дорожного движения. Ребята должны были ответить на 20 вопросов из стандартного билета. Помимо количества правильных ответов, учитывалось время прохождения теста. Поэтому 4 тестируемых начинали решать задачи по команде. Судьи внимательно следили за честностью выполнения задания и фиксировали результаты в протокол. Любой водитель должен знать правила дорожного движения. Но на обучение теории все не заканчивается. Важно иметь и практические навыки. Следующей частью, где студенты могли проявить себя, было фигурное вождение. Выступать на этом этапе можно было как на автомобиле организатора, так и на своем, если он подходил по критериям. Автомобили должны быть исправными, с ремнями безопасности, зеркалами заднего вида и буксировочным устройством. Фигуры были выставлены конусами под габариты автомобиля Renault Logan. В
В рамках этого этапа участникам предстояло выполнить целых 10 заданий. Горка или эстакада – стандартные упражнения при сдаче экзаменов ГИБДД. Стоп-линия – также всем знакомые. Далее габаритный коридор и параллельная парковка. Многие легко справляются с этими заданиями. Пятая и шестая части испытания – крест вперед и крест назад. А затем парковка задним ходом. Это упражнение также называется гараж. А далее змейка вперед и назад. Причем вторая гораздо сложнее в исполнении, ведь водитель должен ориентироваться по зеркалам и чувствовать габариты автотранспортного средства. Завершающим заданием этапа были повороты на 90 градусов со снятием и установкой кольца. Как только кольцо оказывалось на своем месте, испытание считалось пройденным и секундомер выключали. Нужно было уложиться в 10 минут. Для меня наиболее интересной частью соревнований показалась эта площадка, потому что, наверное, больше упражнений, которые требуют больше усидчивости, концентрации и умения. Я думаю, что большая часть участников, мне кажется, не на отлично справилась, но хорошо. А были ли упражнения, которые тебе лично показались сложными? Ну, для меня сложных упражнений не было, потому что я с автомобилем уже дружу с детства, и для меня автомобиль – это как родная душа, и я с ним справляюсь достаточно хорошо. За правильное выполнение заданий баллы начислялись, а за нарушения снимались. Нарушением считались задержка старта более 30 секунд после сигнала, сбитый конус или его касание, непристегнутый ремень безопасности, остановка двигателя и некоторые другие. Если в фигурном вождении возникали ошибки и сложности, то исправить их и заработать дополнительные баллы участники могли на другом этапе – вождении автомобиля с прицепом. Здесь нужно было выполнить не 10 заданий, а всего 2 – всем знакомую змейку и габаритный коридор. За правильно выполненное первое упражнение присуждали 20 баллов, а за второе – 30. Какая часть состязаний тебе показалась наиболее интересной? Езда с прицепом, змейка и парковка, поскольку я ни разу не катался на нем. И для себя я показал из всех, кто здесь присутствующих, единственный, который прошел его идеально по времени. Ну, это для меня тоже был шок, потому что я ни разу в своей жизни не катался с ним. И не знаю, как это и вообще, как управлять этим. А было ли сложно? Ты до этого, наверное, просто водил обычные легковые машины? Да, я обычные легковые машины, которые были там у родителей, у дедушки с бабушкой водил. И, без всякого там интереса такого, что там прицеп, не прицеп, нет. Просто водил, учился, ездил, катаюсь, до сих пор катаюсь. Обучаюсь, может, многому чему, тому, что мне говорят, к примеру, мой мастер, мой дедушка, отец мой, который мне дает свой навык опыта вождения, который у него. Однако усложняло ситуацию то, что практически никто из участников до соревнований не водил машину с прицепом. Конечно, этот фактор учитывался организаторами, и молодым людям предлагали сначала сделать пробный заезд. Ограничения по времени, за которое нужно было выполнить упражнение, не было. Средняя скорость выполнения таких заданий примерно 5-10 км в час. Чтобы хорошо справиться с этим этапом, у водителя должно быть развито ощущение габаритов автомобиля и навыки управления транспортным средством. Многие интуитивно выбирали момент, в который нужно начинать маневр, и легко справлялись с испытанием. А некоторым молодым людям эти задания, наоборот, показались сложными. Водил ли ты раньше машину с прицепом? Нет. Насколько это сложно для тебя показалось? Намного сложно, потому что это непривычно, и надо тренироваться и учиться на это. Были ли какие-то испытания на площадке, которые тебе очень тяжело дались с этим прицепом? Заехать задом в гараж, все. Интересно было не только выполнять задания, но и наблюдать за тем, как с этим справляются участники. До того, как студенты приступали к выполнению упражнений, они старались понаблюдать за конкурентами, проанализировать их ошибки и выбрать для себя наиболее удачную тактику прохождения этапа. Успехи молодых людей вдохновили и зрителей. Сложно ли участвовать в организации такого мероприятия? Каждое мероприятие по-своему интересное. Участвовать несложно.
помогать очень даже приятно. Как ты думаешь, поучаствовал бы ты в таком мероприятии, если будет в следующем году оно? С радостью, с удовольствием буду участвовать во всех мероприятиях, которые будут проходить в этом колледже. Немного разнообразил соревнования по водительскому мастерству этап стрельбы. Этот навык тоже необходим юношам, поэтому в программе колледжа есть стрельба из пневматической винтовки. В рамках соревнований ребятам предстояло сделать 7 выстрелов с расстояния 10 метров. 3 выстрела были пробными, а оставшиеся 4 уже на зачет. Стрелкам предлагалось 6 мишеней. 4 большие, за попадание в которые присуждалось по 5 баллов. 1 средняя, ценой в 10 очков. И самая маленькая. В последнюю попасть мог либо счастливчик, либо снайпер от природы. В любом случае, она самая ценная и могла принести 15 баллов участнику. До этого стреляли в школе. Стреляли иногда здесь, на уроках ОБЖ. Ну, потихоньку получается, все нормально. Как твои успехи на этом соревновании? Могло бы быть лучше, но, увы, будем еще тренироваться. Сколько мишеней ты выбил? Я выбил 3 мишени. На этом этапе проверялась меткость студентов. Так как ребята потенциальные защитники Родины и многие после окончания учебного заведения пойдут в армию, навык стрельбы пригодится. Но те, кто не смог сбить мишени, тоже не огорчались, ведь победа в соревнованиях зависела от суммы баллов. Ее считало жюри после прохождения всеми участниками всех этапов. Участвовал ли ты раньше в подобных соревнованиях? Нет, ни разу не участвовал. Что тебе показалось наиболее интересным в них? Ну, по моему мнению, более интересно мне показалось это автодром и участие с прицепом, вождение с прицепом. А было ли сложно справиться с заданиями? Нет, в принципе, с заданиями очень легко давалось. Были моменты, когда были ошибки. Ну, я так думаю, все мы ошибки совершаем, но, в принципе, нормально. После подсчета результатов участники соревнований собрались на награждение. Для создания праздничного настроения студентки колледжа исполнили песню, а затем началась торжественная часть. Ребят поздравили с достойным выступлением на состязании, пожелали успехов и наградили грамотами, медалями и кубками. Участники получали призы как за личные достижения на определенных этапах, так и за командные успехи. Но главное в соревнованиях не количество итоговых медалей, а эмоции и опыт, который удалось получить участникам.